Возле центральной районной больницы начались работы по ремонту автомобильной дороги, парковки и пешеходного тротуара. Подробности далее. Подъездные пути к Хасанской ЦРБ давно уже находились в плачевном состоянии. Неровные тротуары и отсутствие нормальных парковочных мест. Зачастую автобусу просто негде было развернуться. Все было заставлено автомобилями в хаотичном порядке. По поручению губернатора Приморского края, которое было получено в ходе его рабочего визита еще в 2019 году, нам выделено с бюджета Приморского края 12 миллионов рублей на дорогу к нашей центральной районной больнице. Дорога для всех жителей района, потому что это районный объект. Большая проходимость. Рабочие уже приступили к ремонту. Местами сняли старый асфальт и подготовили полосы для установки новых бордюр. Работа кипит. За ходом ремонта регулярно наблюдают глава поселения и главврач Хасанской больницы. Сейчас мы все обсудили с Максимом Николаевичем, постарались создать такую конфигурацию площадки, которая, я считаю, будет максимально удобной и для подъезда на автобусе, и для подъезда на личном автомобиле, и будет безопасной, комфортной для того, чтобы подойти спокойно пешим ходом и достичь поликлиники и стационара. Работы планируется завершить до 1 сентября. Так, к юбилею Славянки возле центральной районной больницы будет отремонтирована автодорога и 200 метров тротуара. Появятся новые удобные парковки и разворотное кольцо. Но это еще не весь ремонт возле ХЦРБ, который запланирован в этом году. Мы за счет экономии на торгах выставили на аукцион еще участок автомобильной дороги от перекрестка «Молодежная дружба» к вертолетной площадке в сторону скорой помощи. То есть там как раз на сэкономленные деньги 2,7 миллиона рублей хватит уложить тот участок дороги. Таким образом, уже в этом году все жители Хасанского района смогут ощутить комфорт и удобство при посещении больницы. Виктория Беляева, Егор Гриц, новости Славянки.